Минулой ночью у Гомельском районе отбылось дорожно-транспортное здоровье. 31-годовый водитель BMW X5 рухался по автодорозе Новобелица-Чонки сбоку Гомеля. Каля вёски Сеуруки на закруглении дороги выехал на сустречную полосу и сутыкнулся с автомобилем Mazda 626. У вынику его 46-годовый водитель отримал телесное пошкоджение и оказался затиснутым у салоне машины. Работники МНС при допомозе гидравличного инструмента ажыццявілі деблокіроўку і перадалі пацярпелага медыкам. Ён шпіталізаваны ў рэанімацыйнае аддзяленне абласной бальніцы. Вадзіцель, які справакаваў ДТЗ, меў прыкметы алкагольнага ап'янення і адмовіўся ад праходжання медыцынскага агляду. Управленне транспортным средствам в состоянні ап'янення, передача управлення такому лицу, либо адказ ад праходжання медыцынскага свідзецельствання влічёт адміністратыўную адказнасць. Кроме того, в случае, если данное лицо будет повторно в течение года после наложение административного взыскания задержано в нетрезвом состоянии, оно может быть привлечено к уголовной ответственности. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения. В случае, если вы увидели, либо у вас есть подозрение о том, что водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите в ближайший отдел милиции, либо по номеру телефона 102.